Так, ребятки, и снимаю видео вам вдогонку к вчерашнему видео. Вы помните, да, подал объявление у нас в дачной группе на продажу разных растений. Вот все, которые я вам снимал в вчерашнем видео, я их все выставил на продажу. Вот, и вчера у меня спрашивали туи. Человека 4, наверное, спрашивал, я скидывал им. Ну, что-то они не захотели купить. Что им не понравилось? Туйки очень хорошие. Хорошие. Две туйки одинакового размера, одна большая такая туя. Ну, не понравилось, не понравилось. Мое дело предложить. Вот. Но вчера у меня купили. Сразу купили 5 кедров. И купили у меня иргу. И две черемухи. Вот. Что я хочу сказать. Черемуху я выкапывал, боковые побеги вот эти, которые, да. Там корневая система все-таки более-менее нормальная. А вот иргу выкапывал. Куст хоть и большой. Сейчас покажу, я дошел до нее. Вот он. Один куст, вот он второй куст, да, я показывал волчки вот такие большие, боковые, да, все. И далеко от куста, видите, далеко от куста. И вот тоже далеко от куста. Но фишка в том, что получается, это из-под корня бьет ветка, вылазит здесь, а на ней практически нету боковых корешочков. Поняли, да? Боковых корешков практически нету на ней. Но я одну иргу выкопал. Там, ну, были прям боковые такие, боковые корешочки. Я обрезал ствол, все рассказал, как посадить, чтобы, говорю, ствол прям обрезайте, не щадите и уливайте, чтобы пошел росток. Потому что если у вас укоренится, ирга растет очень быстро. Это вот, ну, годовалые прям побеги, они вообще быстро очень растут. Так что не переживайте. Погода сегодня шикарнейшая. И поэтому у меня получилось вот вчера заработать, ну, 1050 рублей. 1050 рублей, как говорится, на бензин. Неплохо. Вот, один человек у меня спрашивал, у них вчера не получилось, они хотели купить у меня черноплодную рябину. Вот я тоже не представляю, конечно, но делением куста буду подкапывать прям к материнскому корню, с куском корня буду вырубать. Я также, кстати, вот эти черноплодки размножал, тоже отрубал как бы от материнской ветку вместе с корнем, с черешком таким, корневища. Вот, спрашивали калина, калина у меня есть, там она, у калины свои корни нормально все, дуболистная тоже рябина у меня, она тоже со своими корнями, это я сажал из семечек, так что тут я не переживаю совершенно никак. Если у вас, сегодня еще хотят приехать купить барвинок и купить этот точечный цветок желтый, забыл, как он называется, все время желтенький такой цветок красивый. Вот тоже почему нет, цветочки, ну что могу продаю, а почему, подкопну, мелочи приятно, там тоже кустик того 100 рублей на бензин, все на бензин, потому что я езжу из дома в город далеко. Ну, если у меня разрослось, а людям нужно. Поэтому не стыдитесь, если у вас есть возможность что-то реализовать со своего огорода, реализуйте, это нормально. Например, у меня, например, у брата жена Антонина, она тоже сажает рассаду. Да, если у нее много рассады, она ее все равно сажает, пикирует, все продает потом, лишнее все продает и отлично покупает каждый год. Это правильно? Почему нет? Но не выкидывать, а некоторые выкидывают. А зачем выкидывать, если можно это реализовать? Вот. Все. Отлично. Погода шикарная. Розу не обрезал, она начинает уже расти. Надо будет, наверное, сегодня, может быть, ее сейчас бензопилу взять. Прям вот так спилить. Там у меня шиповник за ней начал лезть. Сейчас покажу. Надо удалить.
Вот видите, это роза, а вот это от нее пошел шиповник. Вот его надо удалить. И, по-моему, вот это тоже ветка из земли пошла, это шиповник. Вот его надо мне прям спилить, прям под самый корень удалить и выкорчевывать его, чтобы он не давать такого большого роста. А розочки я сейчас прямо, наверное, либо пилой, либо как, но спилю. Выкину, обновлю, потому что это, ну, некрасиво. Так, все, разобрал, обрезал розу. Тут у меня еще одна роза была, но что-то, по-моему, пропала она. Тут вот живая еще одна роза, и вот там еще одна роза живая. Все это я освободил. А это вот такая крупная роза, смотрите, какая огромная. Толстая, как штамбовая какая-то, прям она растет. Мощнейшая, красивая роза вообще. Прям не куст, а дерево. Здесь у меня голубика. Кустик. Вот он, маленький кустик. Голубика настоящая. Но не по нашему сезону. А там персик вылез. Деревце персика, видите? Разобрал тоже персик. Все, пойду сейчас курятник ремонтировать в одном месте.